Да-да-да, у нас тут оказия вышла! Неприятность! Я Йоги, мудак! Убил бы обоих! Да? Стой! Хочешь грохнуть Реджи? Я тебя не виню! Мы застряли в этой странной стране, как и ты! Они забрали наши паспорта! Вот и приходится подрабатывать! Пойми же! И в Индию не вернешься после истории с коровой. Коровами. Да, коровами. Так много коров. 10 лямов просмотров на YouTube, прикинь. Правда? А, да, это было... Эй, мы думали, Нур хочет поговорить. Кто же знал, что она кинет тебя голым на арену? А что ж тогда ты поставил против него? Да, но только формально. Я тупо перестраховывался, чуви. То есть, друг, а я между тем не сомневался. Ставил на тебя, правда. И я с удовольствием поделюсь, например, 60-40. 40-60? Или мало? Да, бери все, заслужил. Дрался, размахивая болтом. Да, мы очень впечатлились. Его болтом? Тем, как он дрался, дебил, прям гладиатор. А я спартанцев вспомнил. Проваливайте из моего дома. Я забираю его обратно. Попадетесь мне еще раз? Убьем Дональда. Я Йоги. Дунем? Брысь. Уже. Сейчас, только вещи соберем. Да, их много. Бардак тут, да? Но сперва. А. И что в ней было раньше? Ханка, наверное. Она родимая. И что с ней случилось? О, да! История была зашибись. Ну да, скандалы, интриги, наркота, все такое. Можно краткую версию? А, не вопрос. Мы только прибыли в Керат. С корабля на бал, типа. Ага, и стали проверять, что тут, значит, выращивают. Интересно же, и ожидания оправдались. Еще как! И все это благодаря одному местному гуру. Он открыл нам чакры. Ага, и мы тогда просто ушли в нирвану. Никогда такого не было. Когда отпустило, мы спросили, где достал? Так мы узнали о Шангри-Ла. Шангри-Ла. Типа... Призрак древнего Керата. Древний Керат. Ну да, и его... На самом деле его как бы не было прям по Шрёдингеру. Керат Шрёдингера. Так, давайте к делу, к сути. Ага, о чем я? Этот гуру сказал, что был в этом волшебном месте и прихватил кое-что с собой. И в этом как-то участвовала загадочная тханка, которая прямо тут висела. А куда она делась? Ну, кто-то разорвал ее на куски, а потом разбросал по всему Керату. Ну, да это ничего. Старик продал нам карту. А. Ведет в пещеру неподалеку. Да, там еще вход стрёмный. Да, просто жесть. Мы таки хотим туда пройти, но нам как будто внушают. Сюда нельзя или типа того. А карта где? Подозреваю, что мы ее скурили, но не парься. Пещера вообще рядом. Иди на запад. Да, вот. А как увидишь дверь, на которой стрёмная рожа, значит, ты пришел. Да, и травы для нас прихвати.